Я из Америки. А я Степан. Тихо спустимся с холма, не торопясь. И... там на стук! Итак, мы в небе над Сакраменто. Ну, Сакраменто на самом деле вон тамочки, а мы в небе над Лаудаем, который находится прямо у нас за спиной. А вот еще пошел самолет. Километров 60, быстро, но отлично, мне понравилось. Живем, мы спасли. Да опять. Для тех, кто еще не понял, Альберт сейчас дает экзамен на то, чтобы прыгать с пассажирами вот так, как мы прыгнули только что. Я на этом прыжке играл подопытного кролика. Все получилось отлично. Всем привет, удачи!